это крупные, ярко окрашенные попугаи, живущие в тропических лесах Южной Америки. В длину они могут достигать 1 метра, правда, существенная часть размера птицы приходится на хвост. Ара отлично лазает по ветвям. На каждой ноге у них есть по 2 пальца, направленных вперед, и по 2 повернутых назад, что позволяет им крепко держаться за ветви, а их клюв достаточно силен, чтобы выдерживать вес тела. Клюв ара – универсальный инструмент, он достаточно крепок, чтобы расколоть скорлупу практически любого ореха, и в то же время позволяет попугаю аккуратно держать предметы и переворачивать их языком. Красный ара находит себе партнера на всю жизнь и часто выражает свои нежные чувства. Природная популяция ара находится под угрозой из-за их отлова для продажи в качестве домашних животных.